Да я
Красавица моя! Извините, а как имя вот этой замечательной звезды? Ну как обращаться к вам? Вас сейчас совсем обидно. Мы что-то растерялись просто. Я аутершокатори какого-то просто. Я не знаю. Что вы говорите? Не знать меня! Да меня! Каждая собака, каждый хореограф мира знает, кто я, потому что я сам Гран-Батман Кондюнович Подскоков! Ну да ладно! Очень, а каким ветром вас вот занесло сюда, в нашу глубинку, на наши Уральские горы? Просто интересно. Исключительно огромнейшее желание лицезреть наших талантливых танцующих потоков. Но, прежде чем мы начнем это фееричное шоу, мы хотим подарить вам себя. Сейчас и только на этой сцене звезды моего балета, мои ласточки, мои осинушки, красавицы вы мои, придадим вам самый великолепный мастер-класс. Ну что, девчулечки мои, любите ли вы хореографию так, как люблю ее я? Готовы ли вы отдаться танцам так, как отдаюсь им я? Да. Березоньки вы мои, готовы ли вы пройти со мной этот путь? Да. И не споткнуться ни на одном подскоке. Да. Ну что же ты, зритель, что же ты молчишь? Ну и сюда! Ну тогда я не буду вам мешать, пожалуй. Конечно. Спасибо. Спасибо. Здоровье. А мы начинаем. Тише. Поставь нашу кассету. Сторона Б, пожалуйста. You see everything. There's nothing you can see or do for me. And I don't want a miracle. Сейчас встретим главных героев. А, конечно же! Конечно же, давай не поприветствуем! Дорогие друзья! И начинает наш парад приветствия. Воспитанники
первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого года обучения. Встречаем! Какие у них костюмы, они подготовлены, ай, они готовы выйти на сцену, сегодня для вас специально. Для вас специально! Так вас много! Ну здравствуйте, здравствуйте, дорогие! Вы живы, сыночки? Ой, молодцы, спирочки! И с Малковича аплодисменты нашим участникам, нашим воспитанникам. Еще не все? Еще? Да, не нужны. Да сколько же вас на этой сторонке? Это просто потрясающе. Дайте я вас всех обсмотрю. Ай, красавицы! Ай, красавцы! Ай! Что-то вы сцена-то маленькая, это что ж такое? Уважаемые, надо срочно расширяться! Уважаемый Иван Борисович, обратите внимание, на сцене практически весь, но не весь, образцовый коллектив, ансамбль танца «Доска»! Друзья, давайте аплодисментами проводим наших героев, наших воспитанников за кулисы. Готовятся к выступлению. А давайте! Удачи вам, ребята, в сегодняшнем концерте. Дорогие друзья, мы начинаем отчетный концерт образцового коллектива ансамбля танца «Каскад». Ну не томите же уже! Ну не томите! Начинайте же! И открывают его самые юные танцоры. Этим артистам всего по 6-7 лет. И у них все впереди. Пожелаем им больших успехов. Апельсиновое счастье. Так называется их номер. Встречаем. Апельсиновое счастье.
Come on, come on, come on, come on, come on.
вам, дорогие дети, за ваш труд в течение творческого года. Спасибо большое. Проводим наших юных артистов. Нам законом запрещается любить.
все эти подарки наши королевишные. Удачи вам! Ну, давайте же мне уже сказать, ну это же было шедеврально. Вы видели, какие мои... Срезать все кудряшки, на макушке красный мак,
спасибо. Спасибо нашим цветочкам, спасибо огромное. Дорогие друзья, один из самых красивых номеров ансамбля «Каскад» – «Хрустальные замки». Давайте же вместе отправимся в таинственный хрустальный замок, где нас ждут хрупкие и грациозные феи. Thank you.
очень рады, что вам понравилось. И бюджет коллектива повысили опять же. Девочки, примите вот эти подарки вам от ваших друзей. И спасибо вам огромное. Я думаю, многие из вас мы еще увидим здесь на сцене. Вы будете блистать. Сейчас они соберут денежки. Не, ну деньги-то немало, они настоящие, взрывы. Ваши аплодисменты. Спасибо, делаю клеточку. А сейчас я предлагаю вместе отправиться в поисках приключений. На сцене младшая концертная группа встречает «В поисках приключений». В 80-е годы и посмотреть композицию в стиле диско. Встречаем! We'll be right back.
И без караоке. Браво! А, вы вернули меня в мое общество. Знали бы вы, поселенные ритмы. Зажигай на танцплощадках, Ибица отдыхай. Спасибо вам огромное, детки, подарки от коллектива «Каскад». В репертуаре ансамбля много таинственных танцев с загадочными названиями. И вот еще один. И придет тот. Yeah.
скажи, что это было классно. Вот мне так кажется, что прошлая жизнь не то, что в манекене. Да. Это так волшебно. Сейчас расплачусь. Дальше продолжайте дальше же. Спасибо большое. Такие живые манекены. Ну, а я предлагаю вам перенестись в волшебную страну мультфильмов. А поможет нам в этом младшая концертная группа «Мульти-пульти». Give, 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 give
Спасибо всем тем, кто сегодня
помог подготовить и провести вот этот замечательный концерт с каскадом. Спасибо вам огромное! И хочется сказать, что и поздравить хочется всех. Всех хочется поздравить с окончанием творческого сезона! Отчетный концерт для вас провели Алексей Зубко и в роли гранд-батман Тандюновича Подскокова Иван Черника! Дорогие друзья, спасибо вам, что вы были здесь. До встречи вновь!